Одно из основных новшеств – фотография автомобиля, заехавшего на станцию. Технологии позволяют зафиксировать, что машина действительно прошла ТО. Это требование введено с 1 марта. Специалисты проверяют работу рулевого управления, исправность тормозов, стеклоподъемников и даже то, сколько автомобиль выбрасывает углекислого газа. На каждый автомобиль по регламенту полчаса. И в конце еще одно – обязательное фото. Информацию о состоянии авто заносят в диагностическую карту. К слову, ее теперь оформляют в электронном виде. Без этого документа водитель не сможет получить полис ОСАГО. Так специалисты планируют избавиться от серых схем, когда водители покупают диагностические карты для автогражданки, не заезжая в сервис. Не секрет, наверное, в сфере технического осмотра несколько лет назад была проведена, так скажем, либеральная реформа, которая привела к тому, что теперь диагностическую карту могут даже принести на дом. Кто-то даже предоставляет ее в подарок при приобретении автомобиля и так далее. Еще одно важное нововведение – ужесточение требований к осмотру автобусов. При этой процедуре теперь присутствуют госавтоинспекторы. Вместе с экспертами они проверяют исправность пассажирского транспорта. В прошлом году на дорогах республики выявили больше 300 автобусов с неисправным управлением и тормозами. Все меры направлены исключительно на то, чтобы исключить из процесса движения неисправные автобусы. Ввиду того, что он перевозит большое количество людей, любые дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов, конечно, приводят, к сожалению, к большим потерям. Пройти ТО по новым правилам обязаны водители, техосмотр которых истек 1 февраля. Все остальные могут продлить сроки прохождения ТО на полгода. А мы сами ездим, потому что нужно, чтобы она в хорошем состоянии всегда была. Сертифицированный осмотр – это безопасность на дорогу в первую очередь. Пройти техосмотр по-новому сегодня можно в 104 пунктах республики. Их адреса можно уточнить на сайте Российского союза страховщиков. Как отметили в госавтоинспекции, усиленный контроль будет и за операторами, выдающими документы. За липовые диагностические карты грозит штраф до 300 тысяч рублей. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.